Массированный удар по боевикам. В Москве прошел брифинг официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Коношенкова. Российская дальняя авиация, оперативное соединение военно-морского флота России в Средиземноморье в течение последних 3 суток осуществляли поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГИЛ на востоке Сирии. Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой «Колпино» нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГИЛ в районе населенного пункта Абу-Кемаль. По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия, боеприпасов, скоплением боевиков и важным командным пунктом нанесен групповой удар 6 стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и 6 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Также в нанесении ракетно-авиационного удара по террористам ИГИЛ были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы «Хмеймим». Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, МиГ-29 и Су-35 российской авиагруппы в Сирии. В результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГИЛ под населенным пунктом Абу-Кемаль. Это позволило развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядом сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела по уничтожению террористов в последнем плацдарме ИГИЛ на востоке Сирии. Пуск крылатых ракет «Калибр» осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 километров. За последние 3 суток по террористам ИГИЛ на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и 9 ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», находящихся в Средиземном море подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино». После успешного выполнения боевой задачи самолеты дальней авиации, преодолев расстояние около 5000 километров, вернулись на аэродром базирования в Российской Федерации. Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» продолжают выполнять боевые задачи в составе оперативного соединения военно-морского флота России в Средиземном море.